звучит государственный гимн Республики Беларусь. Хоккейный клуб «Бобруйск», главный тренер Синицын Владимир Геннадьевич. Хоккейный клуб «Витебск», главный тренер господин Каштанов. Итак, команды приветствуют друг друга, приветствуют своих вратарей, дают им напутствие на матч. Уже видим мы, как хоккейный клуб «Витебск» настроен. Даже еще не начав играть, видно, как они по-боевому настроены. Будут стоять до конца и, наверное, попытаются одержать победу. Но мы надеемся на наших бобруйских парней, потому что после череды неудачных матчей, проигрышных, нам кровь из носа нужна победа. На самом деле, все-таки мы болеем за хороший хоккей, за яркий, за красивый хоккей. Конечно же, хотелось бы, чтобы команды обе отметились результативностью, показали хороший, как мы уже сказали, сейчас яркий, динамичный хоккей. Итак, стартовый свисток, матч начался. Поехали. Поехали. Так, бобручане выиграли сбрасывание. Передача. Это один из лидеров бобруйско-кудрявцев. Передача. Брось шайбы за ее ворота противника. Видим мы с вами, что Бобруйск попытался сразу же с первых секунд, что говорится, сделать блицкриг. Да, как говорится, с места в карьер. Да. Опасный бросок. Шайба за чертой поля. Будет выбрасывание. Первый бросок, створ ворот. Немножко выше оказался, чем хотелось бы. Но ее вбрасывание в зоне гостей. Видно, самое главное то, что ребята, парни настроены позитивно, играют легко, быстро. Непринужденно. Так, вбрасывание проиграно. Хоккейный клуб «Бобруйск», скорее всего, больше замотивирован, чем хоккейный клуб «Витебск». Но если мы возьмем турнирную таблицу, то можно и рассуждать наоборот, что победа необходима больше хоккейному клубу «Витебску», чем «Бобруйску». Да, потому что они на данный момент являются аутсайдерами дивизиона «Б». Не надо забывать и про этот факт. Но что мы видим на площадке? Бобручане пытаются закрепиться в зоне соперника. Идет силовая борьба возле борта. Возле борта, да. Передача. Попытка передачи партнеру. Витязь перехватывает шайбу. Вброс шайбу в зону хозяев. Но хозяева легко и пытаются перевести игру в контратаку. Надо отметить, что за 2 минуты только единственный раз Витязь смог выйти из своей зоны. При этом не совершив ни одного броска по воротам хозяев. Ну и всего лишь это начало матча, это только первый период, несколько минут только прошло, и вот мы уже опасный видим момент у ворот хозяев, но вратарь бобручан надежно месте. На месте. Еще один опасный момент. Так, шайба перехвачена, и попытка контратаки не получилась, но и хозяева контролируют шайбу. Шайбой Шувалов уходит от защитника. Но мы видим, как Витязь перехватывает шайбу. Пас в центр площадки. Бобручане
перехватывают шайбу. Начинается контратака, неточный пас, шайба у Витебска. Так, борьба у борта площадки. Стремительная контратака гостей. Видели мы с вами, как буквально за полминуты поменялась ситуация на льду. Хоккейный клуб «Витебск» уже вовсю уже находится в зоне соперника. Чувствует себя как дома. Опасная атака. Может быть выход 2-1. Ой, бросок. Нету броска. Защитник грамотно снял с клюшки. Так, шайба у хозяев. Борьба у борта. По борту запускает сейчас шайбу. Витебск перехватывает шайбу и контратака Витебска. Судья показывает, что нет положения вне игры. Бобручане перехватили шайбу. И попытка наладить комбинационную игру в своей зоне. Видимо, что он готовится смена пятерок. Как говорится, Бобруйск начинает и плести кружева прямо из своей зоны. Вброс в зону и гостей ни к чему не приводит. Прошло достаточно мало времени с начала первого периода. Команды присматриваются друг к другу, показывают о том, что готовы играть. Никто никого не будет стесняться. Хозяева наносят ряд неточных бросков в свою сторону ворот и в противника. Вот опасный момент. Перехват шайбы. Витебск атакует. Пас в центр поля. Молодцы. Защитники Бобруйска нейтрализовали угрозу. И повторный бросок. Но защита бобручан справилась. И опасная контратака. Брос шайбы вдоль борта ни к чему не приводит. Витебчане контролируют ход матча в своей зоне. Как мы уже говорили, это все-таки начало, только еще встреча. Именно команды будут обмениваться быстрыми проходами с одной зоны в другую. По возможности будут бросать. Так, контратака хозяев. Витебчане контролируют шайбу. Так, борьба у борта. Смогли закрепиться. Центр форварды звена Бобруйска ждут передачи. Передачи не следуют. Борьба за воротами противника. Нужно срочно делать передачу. Передача последовала. Передача в центр площадки. Передача к синей линии. Бросок. Опасный бросок был, но он ни к чему не привел. Контратака Витебска. Посмотрим, что из этого выйдет. Бросок с острого угла. Гол! Хоккейный клуб «Витебск», выходит, дорогие перерыв. Друзья, открывают счет в матче. Ну ничего страшного, не будем отчаиваться. Как говорится, это начало матча, да. Это начало матча. Просто защитники Бобруйска дали нападающему гостей беспрепятственно сыграть на добивании на своем пятачке. Я думаю, что никто не ожидал, что именно сразу же после того, как принять шайбу, именно будет бросать. Сразу же бросил, голкипер отразил бросок и уже на добивание. Сейчас, дорогие друзья, мы узнаем, кто отметился шайбой в составе гостей. Также с Алексеем мы хотели бы напомнить, что в последних двух очных матчах хоккейный клуб «Бобруйск» не забросил пока ни одной единственной шайбы в Витебску. Я лично, так же как и Алексей, наверное, искренне надеемся, что так называемое проклятие в этом матче будет снято. Как по вашему мнению, Алексей? Ну, я бы не стал бы говорить о том, что это действительно есть какое-то проклятие. И вы знаете, что в хоккее буквально за секунду может шайба оказаться в тех или иных воротах. Ну да, на данный момент мы по факту имеем порядка 125 минут времени в личных встречах, когда Бобруйск пока... Голевой засухи Бобруйска в матче с Витебском. Итак, опасная контратака бобруйчан. Шайба за воротами гостей. Защитники Витебска перехватывают шайбу. Попытка выхода один на один гостей не получается. Бобруйчане пробрасывают шайбу в зону противника.
Витебск пробрасывает шайбу в зону защиты хозяев. Защитники бобручан начинают и стремительную контратаку. Нет положения вне игры. Нет положения вне игры. В зоне. Должна последовать передача в центр поля. Передача в центр поля. Шайба потеряна. Угроза ликвидирована защитниками Витебска. Смена составов, выходят новые звенья. Это хоккейный клуб «Бобруйск» продолжает атаковать. Ну да, дорогие друзья, бобруйчанам надо отыгрываться. Надо отыгрываться «Бобруйску». Мы видим, что «Бобруйск» атакует очень большими силами. Должна последовать передача из-за ворот противника. Бросок. Вратарь Витебска на месте. Будем надеяться, что бобруйчане уже в первом периоде смогут восстановить равенство. Будем на это очень надеяться. Борьба у борта. Борьба у борта. Борьба у борта. Должна последовать передача. Должна последовать передача в центр поля. Шайба выходит в зону защиты хозяев. Так, начинается контратака бобручан. Начинается контратака бобручан. По центр площадки. Может быть выход в 2 в 2. Бросок. Бросок. Вратарь Витебска на месте. Была очень опасная атака. Так, витебчане пытаются контролировать шайбу в своей зоне. Ой-ой-ой-ой-ой, нет. Чуть не получился выход. 1-0 с бобруйским вратарем. Но бобруйчане сохранили шайбу. Вброс шайбы за вороты противника. Шайба летит вдоль борта. Бобруйчане начинают очередную контратаку. Игра набирает обороты. Скорость. Сегодня, Алексей, как бы у нас такая довольно-таки живая игра. Да, отлично. Так, попытка передачи в центр поля не прошла. На левом фланге Бобруйс начинает атаку. Нужно передача, было, передача на вратарскую зону. Нужно не последовало вовремя добивания. Хотя момент был очень-очень опасный. Витебчане перехватили шайбу. Но защитники Бобруйска вовремя сконцентрировались, сохранили себе шайбу и продолжают упорную борьбу в зоне гостей. Борьба у борта, должна последовать передача в центр площадки, но нападающий Бобруйска решил бросить. На мой взгляд, это было, может быть, не самое правильное решение. Видим в том, что вратарь хоккейного клуба «Витебск» на месте, контролирует ситуацию, ничто не уходит из его поля зрения. И, как правило, есть броски со стороны хоккейного клуба «Бобруйск». Но, как мы сказали, вратарь на месте. И на данный момент пока нету видимых причин для того, чтобы хоккейный клуб «Бобруйск» смог поразить ворота хоккейного клуба «Витебск». Проброс со стороны гостей. Шайба арбитром доставляется в зону защиты гостей. На мой взгляд, Алексей, главное в данной ситуации выиграть вбрасывание. 2-3 паса. Ой, опасная атака бобручан. Шайба как специально не идет в ворота. Контратака гостей. Контратака гостей. Надо держать гостей. Борьба за воротами хозяев. Витебск пытается наладить компенсационную игру. Бросок от синей линии. Вратарь Бобруйска на месте. Отвечая на вопрос, хотелось бы, наверное, сделать уклон на то, что не то, чтобы выиграть должны вбрасывания, а иметь четкое представление, схему, наверное, скажем так, каким образом, в какой ситуации, позиции, расписанной, наверное, и отработанной, должны забивать. Пока на данный момент, уже отыграв 10 минут, мы видим, что есть попытки, которые, к сожалению, не увенчались успехом. Редкие атаки, но заброшенная шайба хоккейного клуба «Витебск» показывает, что на данный момент они по праву лидируют. Был хороший сейчас проход, и за ворот пытался сразу же забросить шайбу. Но, как говорили мы еще немного раньше, как вратарь хоккейного клуба «Витебск» все видит, на шаг впереди. Смена составов. Хоккейный клуб «Бобруйск» пытается налаживать комбинационную игру.
но защитники гостей прижимают нападающих к бортам. Вот контратака гостей 2-3. Наверное, главное не допустить того, чтобы счет стал 2-0 в пользу хоккейного клуба «Вицебск». Да, потому что это будет очень-очень крайне тяжело и отыграть две шайбы. Из истории показывает, что это может... Это может существенно сыграть на решающем результате. Но с вашего позволения, Алексей, я бы пока бы представил бы и голкиперов. И голкипер хоккейного клуба «Бобруйск» Роман Стрельников. Молодой, талантливый парень, 1995 года рождения. Голкипер хоккейного клуба «Витебск» Алексей Трифонов. Он будет постарше, соответственно, поопытней. Этот вратарь 1990 года рождения. Так, матч остановлен. Остановка игры. Вбрасывание в зоне защиты хозяев. Итак, дорогие друзья, незаметно прошло 11 минут матча. Как видим, счет 0-1 в пользу гостей. Но не стоит унывать. Мы верим в наших парней. Витязь начинает контратаку. Проброс шайбы. Защитники «Бобруйска» контролируют. Шайба будет доставлена в зону защиты хоккейного клуба «Витязь». И еще раз возвращаясь к разговору, то времени еще предостаточно. Выигрывать вбрасывание или не выигрывать вбрасывание, это уже вопрос второй. Главное, чтобы команда понимала, из какого положения, в какой конкретной ситуации и каким образом будут забивать. Опасный момент, бросок по воротам хозяев, шайба пошла выше ворот. Защитники «Бобруйска» пытаются вынести шайбу в среднюю зону, но у них это не удается. «Витебск» прижимается к бортам. Силовая борьба возле борта. Шайба перехвачена. Может получиться стремительная контратака хозяев. Пас в центр площадки. Шайба перехвачена и защитниками мы видим о том, что гостей. «Витебск» быстро перемещается в зону соперника. И опасный момент. Ой-ой-ой-ой. Было очень опасно, Алексей. Согласитесь со мной. Да. Было очень опасно. Еще раз, когда мы подчеркиваем, насколько быстро из своей зоны хоккейный клуб «Витебск» перемещается в зону соперника и сразу же бросает. Честно говоря, Алексей, я думаю, вы со мной согласитесь, довольно-таки легко защитники «Бобруйска» дали бросить. Попросту оставили открытую среднюю зону, и у нападающего гостей была масса вариантов, куда послать шайбу. Но послал шайбу выше ворот. Так, контратака хозяев. Борьба. Борьба получается за воротами и у гостей. Шайба выброшена защитниками «Витебска». Идет смена состава. Выходят очередные звенья. Шайба доставляется вновь за ворота хоккейного клуба «Витебск». Силовой прием от защитников «Витебска», шайба перехвачена гостями. Гости пытаются организовать контратаку. Бросок. Очень опасно, очень было опасно. Ну как же так, нельзя. Еще так... один бросок. И шайба в ловушке. Шайба в ловушке Романа Стрельникова. Еще раз мы видим, как достаточно легко, достаточно уверенно игроки хоккейного клуба «Витебск» вошли в зону, бросили. Сначала, но Роман Стрельников сумел отразить, потом последовал сразу же дальний бросок, и уже Роман Стрельников зафиксировал шайбу в ловушке. По первому периоду пока не видно, каким образом хоккейный клуб «Бобруйск» будет пытаться побеждать свое преимущество в контратаках. Если учитывать то, что уже проигрывает. Вот еще один момент, когда не успел принять шайбу, сразу же бросает. К сожалению, нельзя отметить именно данного такого факта у хоккейного клуба «Бобруйск». К сожалению, пока не видно, Алексей, движений. За счет чего хозяева будут пытаться переломить ход матча. Как минимум нужно начать с того, чтобы забросить шайбу и чтобы матч счет
был равным. Чтобы забросить шайбу, нужно закрепиться в зоне противника. Но вы видите, как наши северные соседи грамотно переводят игру от своих ворот в зону защиты бобруйчан. Как правило, все это заканчивается как минимум одним, а то и несколькими бросками, именно точными бросками в створ ворот. 5 минут 30 секунд до конца первого периода. К сожалению, мы не видим статистики бросков в створ ворот, но уже можно предположить, что хоккейный клуб «Витебск» значительно превосходит хозяев. Вот еще пас один в центр защиты. 0-2, дорогие зрители. В пользу хоккейного клуба «Витебск» видели мы, как нападающий вошел в зону, грамотно ушел в сторону, переложил шайбу и точным кистевым броском положил прямо в угол ворот шайбу. Ну согласитесь, Алексей, старая болезнь сработала. Оставляем на своем пятачке нападающего в радиусе 2 метров ни одного защитника. Даем беспрепятственно бросать. У нападающего гостей было уйма вариантов, куда посылать шайбу. Либо в верхнюю девятку, либо в правую девятку, либо в левую девятку. Мы видим о том, что всецело игроки хоккейного клуба «Волруйск» живут только одной мыслью, как бы забить шайбу в ворота, совершенно забывая об обороне. Именно поэтому игроки хоккейного клуба «Волруйск» достаточно свободно, легко входят и реализуют опасный бросок по воротам гостей, но данный бросок ни к чему не привел. Он даже был не в створ. Но хозяева пытаются закрепиться в зоне противника. По центрах защиты Витебска опасный бросок. Вот этот момент был, на мой взгляд, довольно-таки опасен. Но Алексей Трофимов зафиксировал шайбу в ловушке. Все видел, стоял на месте и просто зафиксировал шайбу без какого-то там особого напряжения. 4 минуты 40 секунд, дорогие друзья, до окончания первого периода и вбрасывание в зоне защиты гостей. Подбор на синей линии шайбы ее хозяевами. Ее попытка паса в центр зоны защиты гостей. Витебчане угрозу отвели от своих ворот. Стремительная контратака. Очень быстро уже в зоне соперников. Есть возможность организовать очень опасно. Может получиться 2-1 в пользу хозяев. Бросок. Рядом со штангой. А хотя, согласитесь, Алексей, у Бобруйска была реальная возможность размочить счет. Но шайба и предательски ушла от штанги буквально в 50 сантиметрах. Несмотря на то, что в зону въехало 3 человека, все-таки игрок принял решение бросать. Бросок получился хорошим, плотным, но в то же время немножко не хватило. Вот опять та же самая болезнь повторяется. Дают хозяева беспрепятственно бросать со своего пятака. Так, контратака хозяев. Витебск уже шайбы, уже нейтрализовали угрозу, хотя вот можно перехват шайбы, надо перевести в среднюю зону. Так, пас в среднюю зону, пас направо, надо вернуть. Попытка броска. Я думаю, Алексей, было бы логичным бы продолжением более. И попытка добивания с пятачка. Алексей, на ваш взгляд, там удаления не было? Я думаю, что там удаления не было. Попытка, гол! 2-1. 2-1, дорогие радиослушатели. Хоккейный клуб «Бобруйск» наконец-то размочил хоккейный клуб «Витебск». Алексей, и посчитайте, сколько длилась голевая засуха хоккейного клуба «Бобруйск» в очной встрече с хоккейным клубом «Витебском»? Ну, если в пересчете на минуты, то 137 минут. 137 минут, не уважаемые болельщики. Хоккейный клуб «Бобруйск» не мог забросить хоккейному клубу «Витебск». В личных встречах. В последних 3 личных встречах. Но, как говорится, лиха беда начала. Будем надеяться, что забитая шайба, можно сказать так, окрылит наших игроков.
все-таки отыграть сразу же две шайбы, это посложнее, чем одно. Я хотел бы отметить, что, в принципе, хоккейный клуб «Бобруйск» сейчас воспользовался именно той же ошибкой до того, как именно хоккейный клуб «Витебск» несколько раз пользовался и забрасывал шайбы. Мы видели о том, что «Витебск» контратаковал, быстро переместились, забыли об обороне, сразу же въехал игрок, смогли закрепиться и уже после этого, после нескольких передач уже смогли отправить шайбу в сетку ворот. Алексей, я вас перебью, что-то у нас интересное творится на площадке. Мне почему-то кажется, что главный тренер наших гостей будет запрашивать видеопросмотр на предмет блокировки вратаря. Маленькая остановка матча. До конца первого периода 3 минуты 3 секунды. Два главных судьи данного матча что-то в центральном круге решают между собой. Маленькая пауза вызванная. Матч остановлен. Судьи что-то между собой выясняют. Так что, Алексей, как бы делать скоропостижных выводов? Я думаю, рано. Ну, судя по тому, так как та точка, с которой был забит, забита была шайба, нам было хорошо, отчетливо видно, то мое мнение личное, что никаких... И помех вратарю да, не было. Там не было, а сейчас, конечно же, то есть имеют право воспользоваться видеопросмотром, после чего судья выйдет на лед и объявит о том, что шайба была забита без каких-либо нарушений правил. На мой взгляд, даже если вратарю Витебска Трофимову кто-то мешал, то, на мой взгляд, это мешал ему его же защитник. То есть помехи со стороны хозяев не было никакой. Но я не знаю, может быть, гол видео арбитру будет готовится виднее. Готовится арбитр выйти и показывает. Шайба, гол засчитан. Гол засчитан, Алексей. И, дорогие все болельщики хоккейного клуба «Бобруйск», поздравляем вас с этим. Шайба засчитана. И помехи вратарю не было. Ни в коем случае не стоит расслабляться. Нужно еще больше поднажать, сравнять счет хотя бы в этом периоде. Хотя бы в этом периоде, так. Как минимум. И вбрасывание выиграно хозяевами. Стремительный перевод шайбы в зону защиты гостей. Хоккейный клуб «Витебск» перебрасывает шайбу. Входит в зону и будет бросок. Бросок. Видимо, как сразу же опасный, опасный бросок. Кистевой бросок хороший, достаточно. Шайба пошла выше ворот. Но «Витебск» пытается закрепиться. О, вы видели, Алексей, что это было? Опять дали бросить ее с пятачка. В упор. В упор. И в маску. Только благодаря тому, что шайба попала в маску нашему голкиперу, она не залетела в ворота. Я думаю, это будет достаточное основание для того, чтобы в перерыве между периодами именно тренеру дать оценку происходящего, сколько оборона хоккейного клуба «Бобруйск» позволяет беспрепятственно бросать в створ ворот, оставляя своего голкипера. Брасывание выиграно, ее попытка контратаки хозяевами. Может получить опасная контратака, борьба у борта, передача за ворота гостей. Не смог доработать 55 номер хоккейного клуба. Защита Витебска ведет перепасовку в своей зоне. Алексей, я думаю, это может быть чревато. Перепасовка в своей зоне еще ни одну команду, как говорится, не доводила до добра. Так, и шайба в зоне защиты и хозяев. Пас в центральную зону. Витязь перехватывает шайбу. Нападающий Витебска переходит на левый фланг. Бросок. И сразу же, как есть возможность, сразу же бросает. Тем самым получает сбрасывание именно в зоне соперника. Есть.